Привет, Машка. Привет, обезьянка. Хочешь у меня переночевать? Да, конечно. Чуть позже ночью. Обезьянка, просыпайся. Что с тобой? Со мной все в порядке, я с тобой это сплю. Почему у тебя мое тело? Нет, это почему у тебя мое тело? Собачка! Что это такое? Почему ты в стиле обезьянки, а ты в стиле Машки? Как так? Давайте позовем ежика. Он знает, где живет лесная фея. Может, она вам поможет. Ежик! Что такое? Ты знаешь, где живет лесная фея? Да, знаю. Пошли к ней. Идем, конечно. Ребята, потише. Идите, этот дракон, он охраняет эту лесную фею. Давайте попробуем его просто попросить. Но лучше не стоит. Давай попробуем. Ладно, ладно. Машка, ты что спишь? А? Извините, я просто сегодня рано встала. Мистер Дракон. Мистер Дракон. Что вам нужно? Помогите, пожалуйста, моим друзьям. Им очень нужна лесная фея. Только если вы отгадаете одну мою загадку. Хорошо. Раз это лет. Значит, если это лес, значит, будет лесная загадка. Угадайте эту загадку. Зимой и летом одним цветом. Напишите в комментарии. Помогите нашим героям. Это елка. Правильно. Идите к вашей лесной фее. Фея, фея, помоги моим друзьям. Они поменялись телами. Конечно, я помогу. А что надо сделать? Вот, поменяйте их обратно телами. Ладно, пусть они подойдут ко мне, и я скажу заклинание. Тело, возвратите ус. Ура! Спасибо, лесная фея. Надеюсь, вам понравилась моя сказка. С вами была Юля Лапуля. Всем пока. Пока-пока.